Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним упражнение под номером 91. Прочитаем задание. Диктант с подготовкой. Прочитай. В каких словах есть разные орфограммы буквы согласных? Подчеркни их простым карандашом. Объясни написание. Закрой учебник, запиши под диктовку. Обозначь орфограммы. Давайте выполним. Прекрасные чувства. Прекрасные. Проверяем словом прекрасен. Чувство – словарное слово. Живи и здравствуй. Живи – жиши, пиши с буквой И. Здравствуй. Проверяем словом здравие. Крестная мать. Проверяем словом крест. Участливый сосед. Словом участие проверяем. 16 групп. Проверяем словом 6. Настольный теннис. Удвоенное согласное. Чудесные сказки. Чудесные. Проверяем словом чудесен. Сказки проверяем словом «сказочка». Срочная телеграмма. Срочное правописание ЧН без мягкого знака. Телеграмма правописание удвоенной согласной. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.